Здорово, чё? Блядь, я могу пизда. Ой, блядь. Пизда, мне тут истерика уже до стрима, мне сейчас хуёво станет. Ой, блядь, не могу, нахуй. Все, блядь. Концентрация максимальная. Когда попадемся. Все, ушел нахуй. Короче, все, съебался с конфы, короче, ладно. Доброе утро, товарищи! Доброе утро. Извините, сейчас секундочку приду. Сики. Я тут есть же, блядь. Так. Все, нахуй, конфу ебаную закрываю, есть же. Фу. Максимальная концентрация, блядь, под свой плейлист. Максимальная концентрация сегодня Стасян идет, блядь, в 25 тысяч. Пока идет интро, я очень надеюсь, что в чате будут писать: Стасян, красава, сегодня 50 тысяч возьмешь, молодец, блядь. А если напишут офай нахуй, значит писька не встанет, блядь, поняли? Ну, выбирать судьбу вам, выбирать судьбу вам. Кто напишет офай нахуй, когда он не встанет. Так, блядь, тотальная максимальная концентрация, как на прошлом стриме. Максимальная концентрация с максимальной аналитикой, без рейджа и мата, без тильта и только без ошибок. Ну, на том стриме была одна ошибка, базара нет. Здорово, Стас. Стас на трубке. Стас на трубке. Стас, Стасян на трубке. Какой-то, блядь, дискомфорт мне доставляет, не знаю, не могу понять из-за чего, блядь. Сука, уебище, всех 2-3, что ли, есть или чё? Все, короче, блядь, собрались, всё, забрались, играем спокойно. Играем, как на прошлом стриме, все, блядь, не до шуток. Меня мурлоки трахают, типа, всю игру эти ебаные мурлоки, блядь. Бульники. Бульник, блядь. Еба. Ну, пока что дар речи потерял, дар речи потерял. Дар речи потерян. Бля, прикиньте, мы ебать могли бы в ничью сыграть здесь даже в теории, ебать. Ямба, блять, ничемба. Ну отсюда Т6, два дропа, есть же, брат, блядь. Ну, два кливера с Т6, ёпта. Это что еще за малявка, блядь? Это три таверна обилка? Что самое худшее может вообще упасть оттуда? Я даже не знаю, блядь. Вы вообще понимаете, что я сделал 5 обилок и получил самые 5 плохих мобов на каждой таверне? Вы вообще это понимаете, нет? Вообще это понимаете? За 5 обилок я получил 5 самых плохих существ уровня таверни, на которой я лежал обилку. Чё, блядь? Реально? Что-то уже нахуй не смешно, блядь. Блять, эти удары, это вообще пизда, мем какой-то, ебаный. Охуеть. Такой вообще бред происходит на экране, я в ахуе просто. Молчу, блядь. Я просто молчу. Это уже не смешно, если чё. Привет, Влад. Люблю твои психоделические потоки. Поздравь.
пожалуйста. С ДР. Мне сегодня уже 19. По неудачному стечению обстоятельств праздную соло с пивком под твой стрим. Поставь ПЖ. Ссылка удалена. Если не зайдет, то поставь это. Ссылка удалена. Что, знаете, поначалу это было смешно, блядь. Но что-то уже не смешно, а. Глаз задергался. Это что, какая-то, бля, психологическая атака, заказанная Америкой, или что, бля? Что за хуйня, нахуй? Типа, я играю на токи, рофлы рофлами, но я получил за 5 обилок 5 самых худших существ на этой таверне, бля. Это, нахуй, психологическая атака, блядь. Госдепа какая-то, блядь. Но Владислав... Владислав, он, ну, у него установка, не гореть, ну, установка, блядь. Я в ахуе просто, это музыка. Бля, эта музыка должна играть была чуть-чуть раньше, бля. Знаете, охуенно успокаиваться, когда вот так делаешь, типа, короче, подушечками пальцев дотрагиваешься до подушечек пальцев быстро и чуть-чуть вообще мало, типа, ну, мало и быстро, это охуеть, вообще прикольно. И сейчас все, ебать, повторили, думают, блядь, как же это круто. Попробуйте вот так сделать, вот так вот и быстро, типа, поделать, охуеть, вообще, успокаивает. По неудачному стечению обстоятельств праздную соло с пивком по той стрим, поставь, пожалуйста. Если не зайдет, то поставь это. Поздравляю! Поздравляю! С днем рождения, счастья, радости, удачи, блядь. Счастья, радости, удачи. Хорошего настроения и взять 27 тысяч ПТСов. Здорово, Пашок, хорошего стрима. Я Стас, ты, блядь, обознался, друг. Я Стасян. Я думаю, что в этом есть смысл, потому что это Т4 существо плюс даблет плюс Т3 первым. Это вообще охуенный мэр. Суперфаст раш таверны на... Бля... Типа, либо яйцо, либо ровера, но знаете, я скорее всего возьму ровера, потому что ровер на этой стадии игры засолит раунды и так далее, а яйцо, ну яйцо такое, на рублик. Типа, и ровер в этом плане сильнее, но яйцо налеет сильнее, но я думаю, что нам интересно сейчас не проебаться, поэтому беру ровера. Ровер типа соляру зальет нормально, либо бульника взять, бульник. Либо бомбочку. Ну вообще бульник посильнее выглядит, бульник. Бульник, блядь. Бульник. Блядь, какое же уродское название, бля, бульник. Я не хочу бомбочку брать, типа, не очень хочется. Мне повезло с ударом, Денис. Можно сказать, из-за этого выиграем раунд. В большинстве случаев, да. За счет этого удара в бульника выиграем раунд, типа, бульник. Здравствуйте, Владислав. Я смотрю, наши коды топ-8 работают на вас. Спасибо вам. Продолжайте в том же духе. Еще больше занять, да, топ-8 максимально ёпта, возможное, блядь, количество на стриме. Я надеюсь, вы не расстроитесь особо, но мы активижны, мы любим именно вам накручивать. Типа, блядь, спасибо, ну, жизнь. Ты рофлишь в такой форме, что это ебать не смешно, понимаешь? Есть тонкая грань шуток над хуйней, которые смешные, либо хуйня. Это, типа, доказано, нахуй, блядь, всеми астрономами ебаной, блядь, планеты Земля. Я просто к тому, что это, блядь, сравнить, как Разик, который высрал эту хуйню про Хайлая-Махала, и она была, блядь, от души, типа, искренне, она смешная была. И то, что ты пытаешься высрать из себя, и, типа, это не смешно, чел, это не смешно. Я просто пытаюсь тебе объяснить, что это не смешно. Если ты, блядь, это сделаешь правильно, то это будет смешно, но ты делаешь неправильно. Типа даже улыбки, блядь, от этого не возникает. Это, ну это просто, блядь, ну, пиздец, это максимально тонкая грань между, блядь, хорошим юмором и говношутками. Все. Надеюсь, сюда. Ну, в принципе, это даже самый лучший удар, наверное, был. Но мы тут проиграем, наверное, потому что у него оверстейты, да? Да, блядь, в среднем проиграем, конечно. Блять, почти хорошо. У чела Т2 бомбочка плюс одна бомбочка. Ты чё, охуел, урод, блять?
Чат, мы на 9 мане в Т5, с учетом того, что у нас 2 Т4 моба, с учетом того, что есть Низитик и Мурлоки. Если мы найдем на следующий ход Брана плюс раскопку Мурлока, оттуда Багургла, это Мурлоки. Ну, без шуток, это одна из тех игр, в которых выйти Мурлока в грех. Не выйти, точнее. Не выйти Мурлока в грех. Конечно, может напрокать что-то лучше, но... Бля, я мог бы даже Гидру подсейвить, но я Гидру без Брана не буду сейвить, потому что это слабо. Если мы сейчас выиграем этот раунд, это будет вообще охуенно. И мы его, блядь, скорее всего, выиграем даже, да? Потому что у чела очень много атаки, но нету HP, и поэтому все. Да, заявись. Винабл, брат. Винабл, брат, есть же Винабл. Более еще трейды более-менее такие пойдут. На рубчанке. Бля, мы вышли в Т5, имеем 28 хп и не проебываем раунды. Это вообще охуенно. При этом еще девятку минус. Крысе. Крысе. Это ровер ради того, чтобы взять ровера. Можно мехов переквалифицироваться на самом деле вместо мурлоков, потому что... Ну, потому что, блядь, мне ничего не дают, а ролить дальше впустую я не вижу смысла. Точнее, вижу, но... Как это говорит о том, что лучше этого не делать. Продать его и взять Шреддера, допустим, поставить шаолинского двандитика. Выглядит, в принципе, как многообещающая, блядь, дрочка. Не знаю, что выспал, но это именно так выглядит. Бля, мы в Т6, наверное, не сможем на следующий ход выйти, но вообще хотелось. Бля, это два ровера собрать на этой стадии игры настолько рано, это было бы тоже заебись. Но с учетом того, что мы первые в Т5 вышли, мало кто может позволить себе в Т5 выйти просто сейчас за сноуболем челиков, по идее, должны. В идеале собрать Т2 ровера, и это будет точно солянка на следующие пару раундов, потому что дохуя хп, дохуище спама, у людей просто атаки столько нету. Ну, если там баблер, конечно, не раскачанный по двумя окошками. Стол очень сильный, просто, чтобы вы понимали. Это 10-я мана, блядь. Клик на 5. Неприятно, блядь. Ебать, тут Т2 еще крыса уебок. Бля, ну если он ударит, типа, в ровера, будет заебись. Бля, пиздец, так-то мертвая хуета, блядь, на Элизе. Как-то. Блядь, ну как же так, блядь? Че, въебу, что ли, этот файт? Блядь, ну чё за хуйня, блядь? Сын шлюхи, блядь, рандомный. Ну пиздец! Тут 15 урона, блядь. 12, 13, 14, пиздец, блядь. Что началось-то, блядь? Пиздец, нахуй. Бля, ёбаный зашквар, нахуй, 2-2-8. Ну как так, блядь? Я чё, плохо, что ли, сыграл в эту партию? Мне пиздец, как зашло, нахуй, в этой партии. И, блядь... Ну тут вожака хотя бы нету, но... Блядь, такая перспектива, конечно, себе. Ну и что? Что топ-8? Зато на позитивчике ты пега даю энергию у нас така. Только не в гиену. Okay. Есть шансы, по крайней мере. Окей, okay, хорошо. Хорошо, блядь, хорошо. Это, по-моему... По-моему, это должна быть ничья, по-моему. Но если сейчас 50-50 проиграем, то хорошо, это вин, блядь, это вин, хорошо, блядь. 50-50? Хотя, блядь, я даже не знаю, какой... Блядь, я проебал раунд, господи, блядь. Подойди, типа, слушай. Вы понимаете, что я иду на топ-1, типа, но если я не найду Брана, то это не будет топ-1. Типа, вместо двух шаолинских можно поставить два аннигилятора, но... Я не могу никак проиграть сейчас раунды. Я никак не могу с таким, блядь, столом въёбывать раунды. Я не понимаю, почему это происходит в принципе, блядь. Я проиграл Элизе на 15. На 15, внимание. Вообще, говностаку. Я проебал сейчас 7. Это, ну, это, блядь, зашквар, ёбан. Все, прокует Бран, я выиграл игру, считайте, топ-1. Никто нахуй не выиграет этих аннигиляторов. Но я не могу их сейчас поставить, потому что вэлью от шанхайских достаточно, чтобы выиграть раунд. Достаточно.
Хорошая забавка. Очень хорошая. Гидра 11-13. 10. Бабл сделал на гидру, блядь. Хороший удар. Хороший удар, блядь. Выкнул. Привин.